Здравствуйте. Сирень зацвела, уже отцветает. 23 апреля, воскресный день, время 4 часа дня. Очень жарко. Мы на улице Обувян. Ну ладно, не очень жарко. Не знаю, мне очень жарко. Этот ветер, он, правда, неудобен для съемок, но он спасает положение. Памятник выйду из океана. Скверик вокруг. И уже люди сидят на скамейках, видите? А вот Ливия, этот объект называется KFC. Типа фастфуда нет тут тоже, да, Армин? Да, курочки какие-то. Ну да. Кентуккийские. Кентуккийские курочки, да. Ну а на противоположной стороне САС супермаркет, видите? И скверик рядом с ним расположены. А в глубину, если пройти этого скверика, мы выйдем к концертному залу, камерному концертному залу имени Комитаса. Отсюда не видно, да? Да, не видно. Вот спустимся до угла, до перекрестка и свернем на улицу Московян. Мы сейчас пойдем вдоль этой улицы. А напротив, вот посмотрите, школа имени Пушкина. Одна из старейших школ города Еревана. Она в 1936 году была основана. В ней училась даже моя мама. Серьезно? Да. Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Строчки из его стихотворения. Чаадаеву. Чаадаеву, да. Пристройку сделали после меня. Видите, как все расцвело. Зелень какая свежая. Самое лучшее время года для зелени, когда она только-только распускается. И такой свежий. Молодой. Полный энтузиазма. Полный энтузиазма. Свежая и молодая. Ты не против? Ну и как обычно, воскресный день пустынно на улицах. Вот в этом доме на улице Московян жил наш, один из лучших наших архитекторов, Марк Григорян, автор Матена Даряна. А сейчас живет... Здание тут... парламента. Да, здание парламента, прекрасное здание очень. И тут сейчас живет его внук, тоже Марк Григорян. Да, и у него чудесный сайт, кстати. Да, ты... Про Ереван. А, да. Да. Хорошая передача, хорошая, да. По ТВ показывают. Старый Ереван. Вот время. Да. И сейчас температура 29 градусов. Да, действительно жарко. Я говорила, жара. А это здание специалистов по армянским Масногетной Ришен. Ну вот Марк Григорян здесь и жил. Как специалист. Красивое здание. Несравнимо.
конечно, вот архитектура тех времен, современная архитектура. Ты знаешь, покрасили, почистили туф, действительно стало красиво. Ну, надо было следить, конечно, безусловно. Внучка наша голодная, мы обещали сегодня в Гирос зайти с ней. Да, здесь на углу сейчас зайдем. Греческая, да, вроде? Греческий фастфуд, да. Улица Тайрянов же. Тули. А сейчас мы на перекрестке Московян и улицы Тайрянов. Вот это направление улицы Московян, направление улицы Московян. Там Московское озеро. Поплавок. А сейчас медленно поворачиваешь камеру в сторону улицы Тайрян. В сторону Политехнического института, да? Уже наверх. Да. И вот мы оттуда пришли, с той стороны. Ну, пошли. Но здание действительно... Внучка заждалась. Да. Посмотри, какое красивое оно. Это гипсовый барельеф или каменный? Это из бетона, тогда они как-то делали. Бетон формы заливали или что, не знаю. Но таких много старых зданий из бетона, узоры. И вышли. Вообще-то вышел я один покурить. А женская половина кушает мороженое. Улица Тайряна, Московян. И небо мрачное. Но дождя пока нет. Вот я улицу перешел. Улицу Тайрян переходят. И сирень ушла, к сожалению. Улица Московян. Аптека, конечно. Там поплавок. Вот наша сирень переходит улицу. К сожалению или к счастью, не знаю, на всех этих новых заведениях курить не разрешается.
Ветер поднялся. И вот, наконец, вышли наши красавицы. А вот наш герой идет. Из прошлой передачи. Варзус. Эми Джайлот. А эту как зовут? Нахкин Тирочный Ласети. Инка сель пантрети. Бадзереви схале мишум. Ереван тде ерте. Every day. Вот его, оказывается, его по паспорту зовут Николас Несравненный. Вот эту собачку. И вот наш знакомый. Это наш герой. Герой, не с чем, да, сравнивать, потому что таких собак очень мало. О, ну, для всех... Ну, мы попрощаемся и пойдем дальше. Да, Николас сегодня счастливо постригли. Ника, меня тати ковара, тати ковара. Вот давай. Пока-пока. До свидания. Пока.